Казахстанским фермерам разрешили экспортировать лук, но в ограниченных объемах. Один фермер может вывести на рынки других государств не более 500 тонн. Общая же квота по стране составит 20 тысяч тонн. Запрет был введен в конце января. Тогда цена за килограмм лука взлетела до 550 тенге. Во многих торговых точках продукт просто исчез с прилавков. Дефицит объяснили низким урожаем в Пакистане, который является мировым лидером по производству лука. В данный момент ажиотаж спал, и правительство разрешило реализовывать лук со складов, чтобы он окончательно не испортился. Производители тем временем подсчитывают убытки, потому что почти половину собранного урожая им уже пришлось выбросить. То, что сейчас открыли, ну это уже, скажем, поздний, такой помощь поздний. В принципе, процентов где-то 30-40 урожая мы уже успели выкинуть. Остался тот урожай, которым, ну, процентов 60, это, я думаю, там примерно, ну, у нас 10-15 тысяч тонн лука осталось, который можно продать. Соответственно, это ограничение, которое вот сейчас открыли, получается, через неделю лук у нас подорожает обратно. Почему? Потому что такого лука в стране уже нету.